Каждую секунду в мире создаются 10 новых интернет-сайтов. Google получает 50 тысяч запросов. Отправляется почти 3 миллиона электронных писем. На YouTube просматриваются 122 тысячи видео. Капитализация топ-15 IT-компаний выросла за последние 20 лет в 1400 раз, а весь фондовый рынок США всего в 3 раза. Британский парламент призвал начать готовить школьников к конкуренции с искусственным интеллектом. Производство роботов за последний год выросло на 41%. Компания Foxconn уволили 60 тысяч работников и наняли на работу 40 тысяч роботов. В Китае уже работают более 15 тысяч заводов без участия людей. Эти фабрики называют темными, так как роботы работают в полной темноте, что приводит к экономии на освещении. Искусственный интеллект в Сбербанке за прошедшие 5 лет лишил работы 40%, а за следующие 5 лет без работы останутся уже 80% работников. Министерство финансов России предупреждает о том, что в ближайшие годы 500 тысяч людей останутся без работы. Банк Барклай уже провел сложную сделку по технологии блокчейн. Если раньше такая сделка занимала до 10 дней, то по технологии блокчейн сделка была закончена всего за 4 часа. 70 крупнейших банков мира объединились и создали единую платформу технологии блокчейн Corda. Роботы-хирурги уже проводят сложнейшие операции по пересадке органов. В 2020 году X-Space планирует запуск ракеты на Марс. Сила двигателей этой суперракеты поднимет в космос вес, равный 7 тысячам автомобилей. Эксперты предсказывают, что уже в ближайшие годы 75% жителей Земли останутся без работы. А ты готов к переменам?